Выйти из сумрака призывают инспекторы ГИБДД автомобилистов, которые скрываются за темными стеклами. В Первоуральске пройдет масштабный рейд по проверке тонированных автомобилей. С 19 по 28 апреля сотрудники ГИБДД выставят патрули в разных частях города. Для проверки стекол используют специальное электронное устройство, которое определяет светопропускаемость тонировочной пленки. По установленным стандартам передние и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое не менее 75%. При обнаружении несоответствия автоинспекторы составят протокол о нарушении, за которое предусмотрен административный штраф 500 рублей. Также водителю предоставят 10 дней на устранение нарушения. Если по истечении этого времени автовладельцы вновь остановят с тонированными стеклами, штраф может возрасти до 4000 рублей или быть заменен на арест до 15 суток. В госавтоинспекции сообщили, в 2020 году тонированные автомобили стали участниками каждого 12-го ДТП, произошедшего в стране.